Уважаемый Сергей Викторович, позвольте приветствовать вас в Ереване. Сегодня мы уже в расширенном составе обсудили всех вопросов, которые есть в нашей повестке дня. Конечно, сейчас у нас самый главный вопрос — ситуация, которая сложилась в Нагорном Карабахе, и как мы должны принять решение по многим вопросам, и самое главное — это гуманитарная сторона вопроса, чтобы нам нужно обеспечить возвращение жителей Арцаха в свои дома. Конечно, сейчас уже намечается довольно-таки хорошая динамика возврата жителей Арцаха в свои дома, и фактически российские миротворцы, они уже находятся в тех местах, которые намечены, они уже обеспечивают безопасность, и это действительно очень важный фактор для обеспечения безопасности жителей Нагорного Карабаха. Но есть еще там вопросы, которые не решены, которые остаются открытыми, как в дальнейшем можно обеспечить, как мы будем обеспечивать использование права жителей нескольких районов на возврат, кто будет обеспечивать безопасность наших соотечественников, как это будет реализоваться. Это, конечно, вопросы, которые находятся в нашей повестке, и мы должны обсудить это и принять решение по этому. Спасибо большое, уважаемый Николай Владимирович, за теплый прием нашей делегации. Она прибыла сюда по вашей договоренности с президентом Путиным и с премьер-министром Мишустиным для того, чтобы провести обзор всех направлений нашего сотрудничества, наших союзнических, стратегических отношений. И, конечно, на первом плане у нас вопросы, связанные с необходимостью решения проблем, которые сейчас возникли вокруг Нагорного Карабаха. Заявление от 9 ноября дает возможности все эти вопросы решать на основе договоренностей, которые были зафиксированы на бумаге, подписаны тремя лидерами. И прежде всего это касается возвращения беженцев и решения всех гуманитарных вопросов нынешней ситуации. Мы этому привержены. Вы уже сказали, спасибо за высокую оценку той роли, которую наши миротворцы играют, в том числе не только для обеспечения безопасности, как главного составляющего компонента их мандата, но и для повседневного содействия людям, которые возвращаются и которые нуждаются в гуманитарной поддержке. И в дополнение к той роли, которую играют миротворцы, межведомственный центр гуманитарного реагирования, который создается по указу президента Путина и уже приступает к работе, тоже будет конкретно заниматься всеми этими вопросами. Как я уже вам рассказывал, мы активно привлекаем международные организации системы ООН, поощряем их к тому, чтобы они более активно, более инициативно проявляли свои возможности для жителей этого региона, и активно поддерживаем Международный комитет Красного Креста, который работает в том числе и в Карабахе. Ну и весь комплекс наших отношений будет рассматриваться в ходе нынешнего визита по линии профильных вице-премьеров российского правительства, по линии министров здравоохранения, министра по чрезвычайным ситуациям. Вы уже встречались с министром обороны Российской Федерации, генеральный директор российских железных дорог господин Белозеров тоже здесь находится. Убежден, что по итогам всех этих отраслевых переговоров будет вырисовываться, значит, такая позитивная и комплексная картина, которая будет продвигать наши отношения вперед, и которая будет, мы этого искренне хотим, поддерживать ваши усилия по стабилизации обстановки в Армении и по решению проблем, связанных с Нагорным Карабахом.